Внимание! Это весна. Я вам про нее говорила. Почему ты так против? Это же развлечение. Кажется, его отец приехал в Амитвилле. Итак, кто хочет первым? Пытался убить Ричи и его маму. Кэсси? Да ладно. Да, так что он, защищая маму, застрелил его. Мы можем поговорить с родными? Можем устроить сеанс? На этот раз будет иначе. Ричи. Как моя мама? Все по-прежнему, милый. Это срочно. Вчера во время работы кое-что случилось. Что-то прорвалось. Я говорил, мой отец был психом. Это коллега, о котором я говорила. И незабавным, незабавным психом. Не как в сиянии, ясно? Я должен знать, что произошло, мам. Не просто демон. Кое-что похуже. Говорят, Баал – правая рука дьявола. Детка, становится все хуже. А я бы сказал, что Аграмон – его левая рука. И дьявол левша. Как такое возможно? Кого мы вчера впустили в дом? Я не могу ее найти. Она вернулась? Она всю ночь была здесь, Ричи. Детектив Блэквиль. Ричард Стэн дома? Не можешь даже защитить родного сына. Вы все умрете! Он — это он! Он есть им! Он — это он!